вот он, легендарный нашумевший автомобиль Lada Vesta Sport в кузове универсал. Двигатель, по заявлениям представителей, 160 лошадиных сил, собственно, который мы с вами... Ну как, это прототип, они дорабатывают, они не заверяют, что будет 160, но что-то где-то здесь. Машина полностью в гражданском исполнении, кроме сидений, да, если мы говорим про салон. И, кстати, кнопочки подогрева кресел находятся вот здесь, на центральной тоннеле. Автомобиль полностью сохранил первозданный вид, который я видел год назад. Понятно, что здесь подвеска будет полностью переработана. Говорят, что переработали и тормозную систему. Полный отчет про Ладу Веста в кузове СВ версии Sport. Кстати, по передней части тоже светодиодная оптика. Смотрите на нашем канале Автоэнергетик.